1941 года в городах и селах нашей Родины у репродукторов стояли наши прадеды. В давящей за тишине люди слушали заявления правительства о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. На глазах у женщин блестели слезы, мужчины и старики не скрывали волнения и ярость. И общий страх пронизывал все человеческое тело, и ужас разъедал сознание, и душа, сжимаясь в комок, подступала к самому горлу.